Балашихе, ну и Анакбар спасал одну шайбу. Ну что, команда вообще здорово выглядит, Казань. Умеет сушить счет. У этих никакой стабильности нет. Тем более для них уйти на перерыв с победой для Казани, наверное, одна из самых таких главных вещей. Ну, конечно, эти захотят выиграть. Но просто Анакбар сейчас самая, наверное, организованная команда в лиге. Не дадут они. И с таким тренером принципиальным в «Авангард» будет тяжело. «Авангард» дома забьет одно. Хотя и вратарь там не хороший сейчас, там вообще просто на эмоциях указали. Там Гарипов, да? Команда была очень сбалансированная. Я думаю, они победят в одну-две шайбы. Они будут от обороны. Ну, а у них там оборона вообще, это в давнейшей истории, да? И Белединов так играл. Ну, там нападающие, я скажу, подушивают. Там я не думаю, что они будут отсиживаться в обороне, но они в откат играют, но такой, при первой потере умеют перестраиваться сразу садиться. Как ЦСКА в свое время играл при нем.